В Звенигородской городской библиотеке номер 1 состоялось открытие художественной выставки «В искусстве жизнь». Ольга Смакова и Алла Уманова представили свои работы по живописи в жанре реализм и в технике батик. Выставка впечатляет сочностью красок, теплотой, высоким мастерством и профессионализмом авторов, которые преподают в Московском государственном областном университете и являются членами Творческого художественного совета России.